матч с Уралом. Больно по нам ударил. Разобрали матч, провели анализ. И я думаю, что мы подходим к игре с хорошим настроением, потому что это последний матч домашний. Хочется, конечно, хорошей игрой отблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую нам они оказывали в первой части чемпионата, в кубковых матчах. И они заслужили качественного футбола сегодня с нашей стороны. Народу стало ходить на стадион. Сколько людей зажглось этой идеей, зажглось этим движением. Вот. Очень радуется. Классно. У нашего города настоящая появилась футбольная команда. Мы за «Факел» болеем. Сегодня мы покажем, как нужно правильно болеть. Только «Факел», только победа. Эмоции захлёстывают. Я болею с 78 года, с 1978 года. Первый матч я посетил, Кубок СССР был еще. «Факел» Воронеж, Кайрат Алмата, может быть, знаете такую команду, по СССР. 1/32 финала. И вот я в общем, вторую молодость почувствовал, я перезарядился. Эмоции зашкаливают. То есть вот игра, ребята, бойцы, молодцы, в общем, ну, красавцы. «Факел! Когда мне было 12 лет, отец привел меня на стадион. Это был матч высшей лиги, и он подарил мне шанс. И вот, спустя 22 года, я уже не живу в Воронеже, но я приезжаю на каждый ваш домашний матч, и этот шанс из детства со мной. Спасибо, что вы дарите мне эти эмоции. Спасибо за это счастье, которое я испытываю на стадионе, глядя на вашу игру. Вперед, команда! Вперед! Добрый вечер, уважаемые любители футбола, болельщики Воронежа, Воронежской области, других городов нашей страны и бывшего советского пространства, да и зарубежных стран. Я очень хорошо знаю, что за «Факел» болеют и в Канаде, в Новой Зеландии, в Австралии, в Германии. Рад приветствовать вас на центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Здесь сегодня очередной матч группового турнира розыгрыша Кубка России по футболу. Воронежский «Факел» принимает санкт-петербургский «Зенит». Yeah!
подача в штрафную, спокойно городовой фиксирует этот мяч и сильно направляет вперед. Самое главное, наверное, дух здесь имеет значение воронежских болельщиков, преданность футболу, любовь к этой игре и к родной команде. Сегодня он сидит спокойно. Нет того, что было в знаменитой игре под сплошной свист, которая проходила. Очень опасный момент. Не попал воронежец. Ноль-ноль. Матчи группового турнира розыгрыша Кубка России, в котором «Факел» принимает санкт-петербургский «Зенит». Давайте отдохнем. И только что вышедший на замену Малком, один из лучших бомбардиров, лидер бомбардирской гонки чемпионата России по футболу, только что вышел на замену. «Факел» бросился сразу же в атаку, левым флангом, зарабатывает угловой удар. И сейчас будет подача с левого фланга атаки воронежского «Факела». Болельщики шумят, болельщики требуют, нужен гол. Выбросили мяч, движется неудачно. «Факел» атакует. Опасный был момент. Опасный был момент. Передача в центр штрафной, удар по воротам. И побежали футболисты «Зенита» к своему товарищу. Время свисток раздается. Арбитр сегодняшней встречи Шадыханова. Закончился футбол этого года в Воронеже. Закончился. Всего вам доброго. До новых встреч. Успехов любимой команды. Воронежские болельщики, никогда тебя не подведем. «Факел», с тобой всегда мы вместе. «Факел», победа ждет. Хотели, конечно, проводить этот год достойно. Последняя домашняя игра.
Хотелось показать хорошую игру. Много болельщиков пришло, несмотря на такую погоду и температуру. Проиграли, но у нас еще осталась последняя игра с крыльями в этом календарном году. Нужно будет выкладываться на полную, но неважно, несмотря на то, что турнира мотивации нет, но все равно для каждого есть мотивация выходить и биться за себя и за клуб.